Сериал «Спасти маму», дата выхода – 2021 год. Сюжет сериала. По сюжету бывшие воспитанники детдома спустя 20 лет после окончания приходят на встречу выпускников. Они рады друг друга видеть, удивляются, как кто изменился. Но на встречу не приехала их любимая воспитательница, которую все называли мамой. Четверо воспитанников – Светлана, ее бывший супруг Константин, Дмитрий и Шурик – решают прямо сейчас поехать к маме домой, поскольку она обещала быть на встрече. Оказывается, в доме, где она жила, почти все квартиры проданы подозрительной фирме, а сама воспитательница пропала. Герои начинают расследовать дело, чтобы узнать, кто стоит за исчезновением мамы. Дорогой друг, спасибо за просмотр, пожалуйста, поставь лайк. Напомним, дата выхода – 2021 год, 17 апреля.